gentlemen, in the red corner of the cage, fighter from Brazil. He's 19 years old. His professional record, 1 defeat, 7 wins. He represents our one team from Rio de Janeiro, Kevin Chuck Rangel. And right side of me in the blue corner of the cage, contender from Ukraine. He's 27 years old. His professional record, 2 defeats, 8 wins. He represents your team from Kharkiv, Psycho! Protect yourself all the time, все время следим за защитой. Don't grab the cage gloves and shorts. Не хватаем клетку, перчатки и шорты. Listen to my orders, внимательно слушаем команды. Protect yourself all the time. Good luck to your corners. Удачи по углам, ребят. Бондар против Кевина Рангеля. Бій за титул. Вагова категорія до 57 кілограмів. Небезпечний спортсмен з Бразилії. Ну і харків'янин Денис Бондар, який безумовно на сьогоднішній день проводить, мабуть, найважливіший поєдинок в своїй кар'єрі. Да, согласен. Это пятый поединок вообще в лиге его, в лиге WWC. У него 4 победы, 4 досрочные. Вот, то есть он прошел этот путь именно к чемпионству, и он имеет право в родном для себя городе драться за этот пояс. Конечно же, предыстория этого поединка такова, что, что должен был защищать свой пояс Блейн О'Дрискол, действующий чемпион лиги WWC весовой категории. Да, отлично сейчас попал Кевин по Денису. Ну, чувствуется работа за счет антропометрии. Да. Довгорукий суперник. Да. Не самый выше. Прогнозовано працює с дистанции и прогнозовано зустрічає. Даже атакует. Так вот, не договорил, что за 2 недели до этого поступила информация, что Блейн О'Дрискол стремится где-то... Ладно, потом расскажу эту предысторию, но тут такое сейчас творится. Кевин сейчас, оказывается, пытается занять позицию повыгоднее для себя. Подводится Бондар. Да, но эти долгие руки, долговязые такие... Бразильцы могут легко накинуть какой-нибудь опасный удушающий, либо болевой прием со стойки. Ну, это для них, как сделал, кстати, его друг Филиппе де Сильва Майя. Идет небезпечно вперед. Дуже пробиває, влучає. Ще раз сейчас влучає. Попадает очень... Бразилец. Кидок у виконанні Бондара, молодчинка. Сегодня украинцы ищут именно свое спасение в борьбе. Потому что бразильцы действительно, вот, несмотря на то, что как бы Бразилия, бразильское джиу-джитсу, но и в ударке они, конечно, сегодня лучше. Намагався забрати ногу Рангель, але не склалося. Бондар вчасно и вдало зорієнтувався. Да, видно, что за счет антропометрии именно есть моменты, в которых проигрывает Денис Бондар, но за счет своего характера и за счет своей силы. Есть моменты, ой, опасно было сейчас так прям вниз головой лететь, и уже сейчас пытается захватить, завязать ноги Кевин. Зажал ноги сейчас Кевин. Забирает спину, ой-ой-ой-ой-ой, рюкзак. Забрал спину. Сейчас Кевин Рангел, и оказывается в очень плохом положении сейчас Денис Бондар. Интересная попытка защититься у Дениса. Да, конечно. Есть! Вышел. Динамичный поединок, просто подых перехоплю. Насправді, що там спроба задушлива. Сложно что комментировать, потому что
Я уже забыл, очень быстро меняется ход поединка. Сначала в одной выгодной для себя позиции находится Кевин. Затем инициативу берет в свои руки именно Денис Бондар. Слышим сейчас, как первые ряды просто разрываются, поддерживая Дениса. Все разом, но... Поднимает. А, не, мне показалось. Здесь очень опасно может сработать сейчас Кевин. Так, використовуючи сітку, до речі, відштовх уже від неї. Сітку, ну, даже с учетом того, какие у него длинные ноги. И как они мешают, видно, как они мешают работать Денису. Ну, нарешті відтискає голову суперника Денис. Да, є попытка. Он уже почти, ну, он не находится сейчас в опасной ситуации, там, в плане сабмишена. Но ММА — это такой вид спорта, где даже от сетки можно искать выгодное положение. От сетки можно выгодно сработать. Ліктями так побиває свого опонента Бондар. Зараз була попытка зайняти маунт, но попав в полугард. В'яже ногу українця Кевін. Закінчується перший раунд. Ну і все-таки, мені здається, вигризає його Бондар. Да, вигризає і якраз забирає концовку першого раунду. Именно воу, Сергей, я именно воу. За перший раунд заблочено. Ну що, друзі, ну, зараз є можливість дорозповісти історію Одрізкова. Да, вот, по поводу Одрізкова. Месяць назад он провел поединок в Беллаторе и проиграл его. Вот. Соответственно, здесь ему надо было ехать защищать свой пояс. Остается месяц до, ну, до поединка, до своей защиты. И мы получаем информацию, что за неделю до поединка он травмирует ребро. Он нам об этом сообщает. И, соответственно, ищем замену в каких-то быстрых, таких рекордных сроках. И находим именно Кевина Рангеля, который, я не знаю, каким образом, легко сделал вес. Это, во-первых, 57 килограмм. С учетом своей антропометрии, насколько он высок, насколько у него длинные руки и ноги. Ну, он, ну, по сути, был уже, ну, подготовленный боец. Вот, именно такое ощущение, как будто, знаешь, его вот судьба послала сюда. И сейчас, сегодня, то есть, парни дерутся за временный пояс лиги WWC в весовой категории до 57 килограмм, flyweight. Хотя у нас 57 килограмм становится, ну, практически самым опасным в WWC, потому что есть Денис Бондар, есть Тимур Агимов, есть Блейн Одрискол. Отлично сейчас сработал. О, лівий, правий сейчас... боковий від Бондара, молодчинка. І коліна підключає українець. Несмотря на свой, на свой рост. Ой-ой-ой, коліна в стрибку. З розножки коліна залетіло. І є попытка, ну... За счет того, що, звісно... Ой, красиво було, хитро було зробити. Підібрав під себе. І зараз з'являються нові можливості. Очень хорошие возможности для того, чтобы разбивать локтем. Но бразилец знает, что сейчас будет лететь локти и пытается... Ховая голову, под, да, под ногу. Но Денис, в свою очередь, делает, фиксирует руку. Ну, конечно, да, бразилец уже выбрался, но хотел, мне кажется, взять на распятие. Добре, зараз привантажив ліву ногу суперника Бондар. Ему осталось пройти еще одну ногу, чтобы занять маунт. Вот, пытается вырвать ноги, не знаю, каким образом. Так, но вяжет, конечно, бразилец очень хорошо. Ликоть от украинца. Так, за ногами Рангеля треба стежити постійно, тому що дуже швидко вони можуть оплести таким чином, що потім не виберешся. Да. Возможности у него, конечно, сделать. Вот, достает ноги сейчас Денис Бондар. Изаков таких прям Рангеля. Есть, да, будет попытка сейчас, есть возможность хорошая сделать удушающий прием.
Если правильно загрузить, да, есть силы. Вот есть очень хороший момент для Дениса. Посмотрим, как с этим справится сейчас Кевин, но очень большая вероятность, что прямо сейчас сдается. Бондар перемагає Молодшинка. Денис Бондар стає тим часом чемпіоном World WFC у вазі до 57 кілограмів. Молодець, смотрите, як встречает його публіка. Народний чемпіон, харківський чемпіон. Просто вирвав победу. Молодець. Неймовірний поєдинок, дуже такий нервовий. Драматичний і водночас розв'язка така бажана для нас. Денис Бондар, вернись в гексагон, пожалуйста. Не відпускають, не відпускають, я так розумію, це його родня, сім'я. Денис! Дивимо ще раз повтор. Так, ось цей сабмішн. Дуже грамотно вийшов на нього Денис. Так, він йшов до цього дуже довго. Він розбирав своїх опонентів, не залишав їх. Не оставлял им никаких шансов, вообще никаких. Всех досрочно. Молодец. Да, это заслужено. Это заслужено. Ну что ж, у нас есть временный чемпион. У нас есть действующий чемпион. Ну от, власне, таким бійцям, як Платенко і Бондар, має пишатися Харків. Чемпіони, справжні чемпіони і дійсно яскраве, прекрасне завершення вечора. Да, согласен, пояса остаються в Україні, в Харкові, вони остаються в Харкові. І дійсно, ну, турнір мощний. Для Харкова, звісно, таке наблюдати. Так, чесно, треба дати должное. Именно болельщикам Харькова, потому что они молодцы, они так топят за свои. Что ж, для вас прокомментировали эти последние главные поединки вечера Макс Мажиков и Дмитро Лазуткин. Сейчас, я думаю, что мы еще почуем, встигнемо почути комментарии чемпиона. В любом случае, можно точно сказать, турнир вдався. Харків зустрів українських бійців ММА неймовірними емоціями. Ну і результат, я думаю, що не розчарував. Денис, це було здорово, круто. Поздравляю тебе з перемогою. Спасибо. Ти готувався до Адріскалу? Да. Як тобі ця заміна? Ну, бразильці завжди були духовіті. Він не приїхав проігрувати, вони приїжджають виігрувати. Тому у парня 7-1. Спасибо ему за оппозицию. Класс, ты такой спокойный, ты не устал. Ну, готовились на 5. Понятно, готовились на все 5. Ну, мы тебя поздравляем. С кем хочешь следующий бой, кроме Адрискала? Ну, я не такой парень, который кого-то вызывает. Хочу сказать лишь спасибо организации Денису Перчу, Владимиру Тесле за самый крутой турнир в городе Харьков. Также я дрался в Киеве на их турнирах. Хочу сказать всем спасибо. Почему-то микрофон так разговаривает, Илья Торжовый. Это да, есть такая вопрос, задержка. Также хочу сказать спасибо Насте, клубу Йод, за поддержку, за помощь. Большая команда, все ребята. Рады, что у нас такая хозяйка. Также хочу сказать спасибо Зазе, который также помогал в подготовке, и Юле, диетологу, с которой я все кушал, все себе позволял, и за неделю до боя был в весе. И сейчас чувствую просто сумасшедший. Супер команда! Самое главное, без всего, все это не было бы возможно без одного человека. Моего самого близкого, родного друга, тренера, наставника,
Каневец Виталик. Спасибо ему за все это. И всем остальным, которые есть в городе Харьков, которые кричат, мы это ММА и все остальное. Он человек, который отдает все, и ничего с этого не получает. Спасибо ему огромное за это. Тебе спасибо. Очень приятно, когда бойцы, которые выступают, так здорово выступают, много могут сказать и все помнят. И Харьков, еще раз, с чемпионами вас сегодняшними. Надеюсь, что эти пояса не будут отягощать их в стремлении стать еще лучше и подержаться за другие. Спасибо всем за внимание. Генеральный партнер Parimatch. Титульный спонсор Немиров. Офіційний партнер Monster Energy. Генеральный транслятор X-Sport.